Так, бонусное видео по игре Silent Hill продолжается, и мы переходим к еще одному дополнительному виду оружия, которое оказывается... В общем, я там уже запустил игру, использовав одно сохранение. В общем, два раза уже игру прошел. Первый раз прошел на плохую концовку, второй раз на хорошую. И запустил, в общем-то, там сохранение, которое создал после второго прохождения. Который также называется «Новый страх», который помечен желтым цветом. Когда уже, как, в общем, как до этого уже я показывал, ну, где-то в начале уже бонусное видео. И, в общем-то, мы находимся в доме, где мы даже должны, ну, такую решить, как бы головку, как бы и нет, но где должны использовать три ключа, которые мы нашли в районе старого Silent Hill. В разных местах. Вот. Уделали уже при первом прохождении, при втором в том числе. Вот этот как раз дверь открывались с тремя замками. Попасть в другую часть района старого Silent Hill и уже двинуться в школу Медвич. Сюжету нам нужно это. Ну там, в общем, в этом домике была запертая дверь, вот эта вот. Вот эта вот. Вот эта запертая дверь была. В первом прохождении я не мог ее открыть. А уже при третьем прохождении, это уже два раза прошел игру на разные концовки, на хорошую и на плохую, то таким образом открывается эта вот дверь уже. Мы заходим в комнату довольно необычную, интересную, оформленную. И всякие-то лебеди летают. В общем, изображены лебеди на стене. Летящие. Такая, не знаю, это, даже как будто кажется, что эта дверь в эту комнату, она, ну, вот оформлена в стиле, не знаю, как вот древних комнат, или, в общем, этих самураев, что ли. Как будто здесь какой-то самурай жил, видимо. Вот, в общем, здесь лежит этот меч, точнее, находится меч, даже два меча получается, что ли, катаны вот. И мы можем взять, кажется, оружие, таким образом, дополнительно такое бонусное оружие. Для, в общем, для того, чтобы его получить, нужно пройти игру два раза на хорошую и на плохую концовку. Поэтому запустить, в общем, создать сохранение после второго прохождения с этими двумя концовками. Вот. Запустить это сохранение, которое будет помечено желтым светом, называться «Новый страх». Вот. И запускаем игру с самого начала, добегаем уже, проходим игру немножко там по сюжету, двигаемся, ищем эти ключи три, попадаем в эту комнату, вот, в общем-то, в этот дом, точнее, открываем вот эту комнату, и теперь вот можем здесь вот лежал вот этот меч, который мы забираем, тем самым можем его уже с собой носить, использовать в качестве оружия. Традиционный японский клинок, в общем, катана — это дополнительное оружие. Так, сейчас... Катана. Так, оружие, найденное в запертой комнате в доме Левинстенд, в общем, на улице Левина, в старом Silent Hill. Время последующих прохождений, то есть время третьего прохождения, ну и последующих. После того, как было, в общем, получено тем самым хорошая концовка и плохая концовка. Неважно, там хорошая концовка, либо хорошая плюс, плохая концовка, либо плохая плюс. Это не имеет значения. Самое главное, хорошая только одна и одна плохая. Время первого и второго прохождений. Катана наносит большой урон и, возможно, несколько типов, в общем, атак. Для нее характерно. Но она может быть медленной и, в общем-то, и сложной в использовании. Она также продвигает Гарри вперед, когда он взмахивает ее. Это означает, что если игрок удерживает эту кнопку атаки, Гарри может довольно быстро перемещаться куда угодно, просто взмахивая катаной и поражая все на своем пути. В общем, такое вот оружие. Надо вот попробовать, конечно, какого-нибудь врага использовать, если возможно. Я в первый раз, наверное, так вот получаю это оружие, да и в первый раз все-таки игру прохожу. Вот мощное оружие, которое вы сможете получить, закончив игру концовкой, в общем, плохой и хороший. Либо плохой плюс и хороший плюс, либо плохой плюс и хороший, либо плохой и хороший плюс, в общем, там варианты. Самое главное, чтобы было одно прохождение получено, была хорошая концовка, а другом уже плохая. Ладно, в общем, такое вот оружие. Катана. Так, что там еще информация такая есть, у меня нашел. Это оружие, традиционный японский меч, встречающийся в Silent Hill, в общем, первой части, там третий он есть, в Origins и Book of Memories. Вот. Средняя дистанция, в общем-то, атаки, сила высокая. Вот. Игра, в общем-то, должна быть закончена так. Два раза. В одном палец хранения, в общем-то, то есть, один раз хорошей концовкой, там либо хороший плюс, либо какой-то чуть-чуть там. Ну, где находится как-то. В общем, катана наносит большое количество урона. Возможно, ну это все тут тоже, мы уже говорили.
В общем, довольно такое, будем получается, мощное оружие, то, конечно, на средней дистанции бьет. Ну, где-то, то есть, ну, в общем, ближней дистанции. То есть, издалека-то атаковать не получится. Все-таки не огнестрел, получается. В общем, такое, кажется, все-таки мощное вид оружия. И можно встретить, видимо, не только первым Silent Hill. Наверное, тоже такой дополнительный бонус на рут. Оружие перед третьим Silent Hill, надо посмотреть, конечно, когда дойду до этих игр. Вот такое, конечно, оружие мощное. Катана. Надо бы проверить, конечно. Так, где мне там сохранение, там сейчас я. Так. Вот это без бешу, там я просто сохранялся перед второй концовкой. Перед финалом второго прохождения. Ну, в общем, такое вот оружие, катана. Так, посмотрим, может там какой-нибудь враг, не знаю. Встретится нам. Какой-нибудь врага, что ли, не знаю, попробовать. Где можем его найти? Ух ты. Ох, он даже двигается, ну да, при время удара он, в общем-то, перемещается, как будто на лыжах, или, не знаю, на коньках, как будто по льду прям катается. Да несколько так есть. Когда нажимаешь один раз, один, в общем-то, удар совершает. Когда несколько раз кнопку нажимаешь, то удары. Он, в общем-то, совершает такой, ну, два удара, в общем, сам. Думаю, разный может. Так вот. Так вот. Нет, только он, конечно, едет прямо что-то. Не может он на месте устоять. Ой, он еще по какой позе стоит. Прям как самурай какой-то. Будто в него вселился какой-то призрак самурая, владеющего этим оружием. Ну, в общем, такое прикольное оружие. Катана. А потом бы проверить с ней, пройти тем самым, чтобы... Потому что я буду сейчас третий раз проходить и получать уже... Раз получить хорошую концовку плюс. Чтобы еще раздобыть этот... Возможно, получить возможность этот... Найти канальный камень, чтобы потом пройти на истинную концовку или на эту секретную концовку. Понятно. Это НЛО концовка. В общем, на этом моменте пока приостанавливаем запись. Увидимся в следующем бонусном видео по игре Silent Hill. Один продолжается. Поехали дальше. Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, а вы находитесь на моем игровом канале Хардкорное прохождение с Михаилом не только. Это у нас продолжение бонусного видео по игре Silent Hill первая часть. Мы, в общем, заново там третий раз уже перепроходим игру на другую концовку. На Good Plus, в общем, такую самую лучшую концовку в этой игре. И в это время этого прохождения я делал, в общем, одну вещь, проверить, чтобы проверить, ну, в общем-то... И, ну, в общем, решил проверить то, что, в общем, есть у нас оружие дробовика. Мы его найти можем в локации школы. А если его оттуда там не взять, его пропустить, ну, либо просто пропустить, в общем, ту комнату, где он находился, либо просто него не брать, то, оказывается, его можно найти уже в другой локации, в полицейском участке, вот, где мы находимся. Так, ну да. Я думал, что здесь, конечно, его не будет, но, оказывается, все-таки он здесь точно есть. Здесь, плюс ко всему, также есть патроны для пистолета и для дробовика, в том числе. Вот, если зайти в ту же комнату, где мы... в это помещение зайти, в общем-то, то здесь можно найти на столе вот как раз дробовик, в общем-то, и лежать, вот он. И что? То есть, таким образом, разработчики нам, в общем, страховали нас этим другом ненароком, хотя мы могли там, наверное, пропустить, потому что там, оказывается, нужно, в общем, какие-то определенные действия сделать, чтобы эту комнату найти. Хотя, думаю, вряд ли, наверное, может пропустить, но кто-то может и может пропустить дробовик в этом, в школе. То в итоге мы можем его найти вот тут, в этой локации. Персонаж на старе, в общем-то. Бери-ка. Дробовик. Ну да, вот дробовик, который мы в школе как раз пропустили. Интересно-то, я, в общем, попробую победить. Таким образом, если мы дробовик пропустим, то в итоге будет сложнее победить того босса, первого самого, на локации школы. Пистолетом, конечно, набивается много раз дольше, чем с дробовиком. Ну, естественно, урон у них разный. Это, конечно, поменьше, чем дробовика будет, и больше патронов придется потратить, хотя, ну, не настолько прям много, но все равно больше, чем у дробовика. Дебиту немножко дольше затянется, чем бы можно было бы пройти, если бы у нас дробовик изначально был. Вот как раз в этом месте тем самым его можно найти. Ну и плюс ко всему, конечно же, как обычно, патроны к пистолету лежат, и дробовику в том числе.
Мы даже здесь вот как пистолет, в общем, как видно было, в том числе лежали патроны на этом столе. Хотя, по-моему, я в прошлый раз, когда проходил, то их здесь не было. Видимо, это меняется. Либо, может, они все-таки были. На проверить будет. Но, по-моему, их точно не было на этом столе. Здесь, по-моему, дробовика не было, в том числе и патронов к нему. Они лежали только лишь в том общем в зале, в общем, в холле полицейского участка. На остальные комнаты, конечно же, как обычно, попасть нельзя. В общем, на этом моменте, в общем, пока приостанавливаем запись, бонусное видео по игре Silent Hill 1 продолжается. Поехали дальше. Итак, бонусное видео по игре Silent Hill 1 продолжается. Мы переходим, в общем, к одному еще интересному нацелке, пасхалке, которую уже до этого показывал, но... А там оказывается, в общем, такая надпись, ну, будет видно, Konami Burger. Это, в общем, у нас такое название, в общем, видимо, отсылка к этому, ну... К этому Бургер Кингу, возможно. Они совместили в разработчике название бургера, части на том появился, в общем-то, и забегалов, в общем, этих, ну, как называется, сети ресторанов, или как назвать лучше, эти забегаловок, в общем, по еды и быстрого приготовления фастфуда. Только, в общем-то, если я бы попасть, в общем, идти к этому месту, не очень подстороннего, тренхеля, а обычно. Где у нас туман, нет дождика, который... Обычно все локации нету, нету обычной вообще дороги. Здесь вот она, очень преображенная версия этого Silent Hill. И вместо дорог у нас какие-то там колючие проволока. Ржавевшие сидят. Так, ну... Где у нас это место? Обычно асфальта. Все тут. Ключи проволока, всякие вот эти проржавевшие дороги. Вот они не из этого, не из гравия еще там стоят. Решетки. В общем, подойти как раз к этому до зданию. В обычном в Silent Hill другая там надпись, он бургер называется. Здесь же вот она преображается и вместо бургера написано Бергер. Вот особенность там, того места. Надпись меняется в итоге. В общем, бонусное видео по игре Silent Hill 1 продолжается, поехали дальше. Итак, переходим к следующему моменту, снова посвящен, в общем-то, одному из условий получения концовки Good Plus, Good Plus, то есть самая лучшая, там такой, самая хорошая концовки, чтобы из этого, в общем-то, места забрать нам жидкость, которая нам пригодится потом для спасения Сибил, стеклянный флакон разбит дребезги, не просто разбит, его словно специально разбили. Потому что, в общем, для того, чтобы собрать эту жидкость, там может идти одну, в общем-то, баночку. Она находится здесь же, только уже в другой комнате. Так вот, будем по карте посмотреть, то это будет, по-моему, как раз кухня. Так, интересно, когда уже мы посетим потустороннюю версию школы, сюда зайти уже не получится. Почему? Хотя могли бы дать возможность игрокам повторно исследовать, вдруг получится. Знаете, что то, что надо, чтобы выселить до этого. И уже повторно уже потом не вернуться. Надо все это делать именно сейчас. Так, это пластиковая бутылка, берем, как раз вот она нам пригодится. Такая тара для жидкости. Нет, в общем-то, я, конечно, уже там момент уже переиграл и придется воспользоваться другими сохранениями, которые я создавал еще при прохождении первым. Чтобы тем самым там уже получить такую самую лучшую концовку. Не буду уж переигрывать за этого эту подстороннюю алхимию его. В общем, мы добыли тем самым бутылку, а теперь сходим снова в кабинет директора. Как, в общем, по карте можно увидеть. Да. И теперь уже сможем собрать эту жидкость. Так. Пользуем применим эту пластиковую бутылочку. Убираем. Так, я собрал остатки жидкости в пластиковую бутылку. Интересно, что это такое? Ну, я тоже думал. Изначально не знал, для чего вообще нужна жидкость.
А на самом деле, чтобы спасти этим сам Сибилу из-под какой там паразит или что там, там кто там ее взял, почему под контроль. А где-то к концу игры, помнится, приходя, поставил с ней как раз битва. У нас мы могли бы сам ее убить, да не пытаться как ее спасти. А вот в итоге спасли при помощи как раз этой жидкости. Эта жидкость, в общем-то, очень необходима для получения хорошей концовки. Одно из условий получения концовки этой странной жидкости. Такую бутылку, в общем, нужно найти было и забрать, в общем, собрать эту жидкость пола. Довольно странно, а конечно, потом применил на ней, чем облил ее этой жидкостью Сибил, конечно, взятый из пола, это, конечно, странно, но как выглядит и звучит, но в рамках игры это работает. Вот здесь, в общем-то, таким образом мы это условие выполнили. Второе условие будет другое, в общем, я его покажу, конечно же, воспользовавшись сохранением старым еще, ну и в том числе и при новом сохранении, при новом прохождении тоже это сделаем. Вот так вот. Ну что ж, в общем, бонусное видео по игре Silent Hill 1 продолжается, поехали дальше. Итак, бонусное видео по игре Silent Hill 1 продолжается, мы переходим сейчас к самому интересному моменту. Так, у нас какой-то получается водопад. Так, в общем, сейчас мы посетим кое-какие места. Так, в первую очередь это у нас бар у Энни называется. Правильно, как раз прохода. У нас куча всяких летающих. Одна летающая фигня и еще вот несколько этих вот прямоходящих обезьяноподобных существ. Так, называется. Бахмана. Так, где-то я кажусь-то. А еще не туда пошел. Ищем, в общем-то, вход, и там у нас будет очень интересная катсцена. То есть, с кем мы встретимся. Так, давай-ка... Все, зашли уже в здание. Бар у Энни называется. Вы целы? Да, кажется. Потрепал он меня. Я думал, мне конец. Ну, как успехи? Нашли выход? Нет, пока нет. А вы? Нет. Но сдаваться еще рано. Этот дурдом не может длиться вечно. Военные должны прибыть сюда с минуты на минуту. Если они дойдут, то мы спасены. Надеюсь. Мне надо идти. Сейчас не время трепаться. Вы знаете Олесу? Нет. Ну, в общем, да. Вы встречали этого доктора Майкла Кауфмана. Старого знакомого из больницы. Так, алхимилы. Так, страница мы здесь можно. Эту локацию можем. Так, здесь сохранить. Так, бильярдная, в общем. Задание получается только бильярдное. Басфиз. В общем, кафе такое. Так, здесь, по-моему, куча аптечек, как видно. Это отлично. Пригодится. Не куча, конечно, но довольно немало. Это уже радует, что как аптечек. Так, у нас, по-моему, их наружу. Выдумал, как раз и вышли-то. А, по карте там если посмотришь. Расположение всяких комнат в этом здании. Это здание такое, не такое прям уж важное, как в комнате больницы Архимел или та же школа Митвич. Мы можем повторить. Есть комнаты. Так, мы посмотрим внимательно это помещение. Это... О, что-то есть. А, это для бильярда, игры. Бильярд такой какой-то, окно. В общем, это кафе, ну, в общем-то, мы спасли тем самым, помогли ему здесь, иначе бы он так вот помер. А это очень важно для получения как раз от хорошей концовки. Так, здесь, по-моему, уж ничего нет, кроме вот еще одной двери там, которую я только что видел. Я думал, какая-то винтовка, а это, оказывается, все лишь этот, ну, как называется, в общем, эта штука-то, бильярдная палку эту.
Замок заклинило, дверь никак не открыта. Сюда попасть нельзя. Ну, хотя бы две аптечки есть, и возможность сохраниться. И тоже неплохо в этом заняться-то, такую иметь возможность. Больше-то особо здесь получается нечего осматривать. Попасть туда, видимо, нельзя. Там, может, что-то было бы интересно, но, увы, двери больше нету. Так, погоди-ка, что-то набронил, смотри-ка. Я только заметил. Наверное, это бронил Кауфман. Так, и что тут у нас? А, я подобрал ключ Кауфмана. Явно как... А, и еще подобрал чек, на котором что-то написано. И мне кажется, это как раз это пароль от одной двери, которую я прохождение, помню, осматривал, но не знал, какой пароль там, по-другому, нужно ввести. Там одна, в общем, дверь есть. На какое-то здание ведущее. Это здание у нас называется как раз вот это «Индийский бегун». Где-то, в общем, восточнее от этого, от этого бара. Мы сначала сходим-ка, думаю, вот это, может быть, индийский бегун, быстренько сбегаем, а потом уже мотель. Думаю, как раз от мотеля, ключ, от, наверное, от мотеля, мне кажется, 100%. Так, ну да, вот чек, смотреть можно. Индийский бегун, да, пароль, мне кажется, думаю, пароль как раз этого, пароль от двери вот этот, в общем, этот, в это здание. 0473, надо запомнить. Так, и ключ, получается, на берег написано 3. Похоже, его обронил Кауфман. Но, видимо, какой-то 3. Наверное, от, в общем, может быть, это от комнаты, в общем, под номером 3 в этом мотеле, получается. Так, а чего же еще? Естественно. Так, ну мы тогда сюда уходим тоже. Мы здесь, в общем, что хотели, забрали. И теперь побежим по-быстрому. Так. О. Эти снова обезьяноподобные. Я от них убегу куда-нибудь. Они нас не достали. Воевать с ними не буду. Так, в общем, бежим как раз вот к этому зданию, здесь я бегу. Что-то, в общем, она мне напоминает этот склад какой-то, видимо. Так, и что-то я, кажется, не туда бегу вообще, или туда. Я посмотрю по карте. А, ну кажется, все-таки туда. Если только мы дорогу бежим. Так, вот он. Это птеродактиль этот. Недоделанный. Вот как раз вот как раз этот Индиан. Рандер называется. Индийский бегун. Индийский бегун, точнее. В этом же задании, что интересно, есть тоже отсылка какая очень интересная. По ней может попозже. Так. В общем, сейчас как раз в это задание пойдем. Куда не думал, нажал. Пойдем, в общем, в этот склад или что-то такое. Так, 0473. Так, 04. Ну, а, 0. 0, значит. Потом 4. 7 и 3. Да, так и есть. Все. Открыли дверь. Можем войти теперь. Что здесь такое интересное здесь можно ожидать в этом? Какое-то интересное здание. Это не... А, это какие-то книги, что ли? Что такое? И нет такой обложки. Или что это, спички? Большие коробки. Или что это может быть такое интересное? Что здесь что-то вообще интересного у нас может повстречаться? А, ну и бежи уже. Ну да, вот они как раз коробки. Так, патроны для охотничьего ружья. Который мы уже подобрали в этот раз. Ох, аптечка. Лечебный напиток. Ну и какой-то блокнот. 20 августа. Так. Он приходил, я передал ему пакет, что оставила та женщина. 12 сентября. Он объявился и у Нормана. В кавычках. Не хочу больше иметь дел с подобными людьми, но меня жуть берет, как никогда раньше. Уж подумал уехать из города, но боюсь того, что может случиться, если я попытаюсь. Это дневник, непонятно. Так, можем просто почитать, получается. Ну, это по случаю... Это как в случае, в общем, с этим дневником этой вот Лизы, когда мы... При прохождении, в общем-то, ну, это серия, наверное, еще... Хотя, я думаю, уже... Думаю, будто время уже выложено. Когда вы видите, в общем, эти части бонусного видео. Там, в общем, дневник Лизы я, в общем, нашел. Где-то к концу прохождения.
по одной сцене там. Так. Ладно, поэтому я... В общем, как дневник этой Лизы, медсестры, так, видимо, может быть, и дневник этого Кауфмана, возможно. Хотя, может быть, другого кого-то. Я не уверен. О! 3 буханки хлеба, 2 пакета молока, 2 десятка яиц. Так, доставлять к черному ходу, ежедневно к 8.00, код замка 0886. Норман Янг. А, вот как раз у Нормана Норман Янг. Может быть, заведующий этого, помогающим этого здания, в общем, этого сооружения. Здание этого. Владелец этого здания. Норман Янг. Код замка 0886. Так, это, наверное, какой-то сейф, мне кажется, вот этот открыть, да? Заперт. Хотя... К чему это тогда у замка 0886, интересно. Только записал ли он вообще это? Наш главный герой-то. Под замка 0886. Наверное, может, какой-то замок. Пароль какой-то. О, у Нормана мы открылись. Мотель. Угу. Я думаю, это, наверное, Краскауфман изображен. Мне так кажется. Видимо, все-таки Красключ к мотелю. И там, наверное, что-то будет. Для чего это нужно пароль как раз открыть. Что-то. 0886 надо запомнить. Ну, я думаю, запомним, надеюсь. Мы добежим до этого места. Так, больше ничего нет, кроме дневника-то. 0886. Наверное, больше ничего. Есть вам еще какая-то отсылка должна быть, вот эти вот с этими коробками связанные. Но я к ней еще вернусь, я сейчас здесь вот в этом месте сохранюсь тогда. Так. Дай-ка я смотрю. Так. Где мне это сохранение? Так. Вот этот сделал, вот это сохранение сделал. Так, в общем-то, мы возвращаемся к нового. Новый индийский бегун. Еще какой-то склад или что там еще. Так. Здесь, оказывается, я кое-что не нашел. Оказывается, здесь кое-что пропустил. Так. Ключ от сейфа. Надо поискать его сейчас. Так, где-то здесь что-то, да? Надо бы посмотреть внимательно, около входа что-то должно быть. Что-то обыскать вот. Плюс ко всему я понял, что не знаю, засылка какая-то есть в этом здании. Так. Где-то я точно там пропустил какой-то сейф. Так, в общем, сейчас мы... Вот как раз на коробке написано FedEx. Тоже более-менее видно. Остальное внизу надпись, я что-то не особо понимаю, что там написано. В общем, в этой красоте, в Индиана Раннер, в индийском бегуне, в этом здании, в этом складе, не знаю, как назвать, в общем, можно индийский бегун. В общем, в нем, оказывается, вот есть вот на коробках, в общем-то, этих вот травины. FedEx используется вместо FedEx. А, оказывается, FedEx, в общем, там посмотрел, в общем-то, в интернете, это, видимо, какая-то компания, в общем, реально существовала, которая там специализировался всяких там авиаперевозках, в общем-то, электронной коммерции и бизнес-услугах. Ну, как я потом понял. Какая-то там компания, в общем, такая была реально штующая. Видимо, какая-то отсылка на нее. Только, в общем, вот интересно, вот, ну, видимо, ну, как бывает, там, например, вот, наверное, сделали так, как бывает, например, когда, ну, в некоторых произведениях, там, тех же в аниме я встречал, когда вот изображали, например, там, PS5, и вместо нее писали как-то по-другому, ну, в общем, название немножко, чтобы не было проблем с авторскими правами, хотя... В данном случае непонятно особо. Если она давно уже не существует там. Или может существует, может еще не знаю. Такая интересная вот эта пасхалка, отсылка с этими коробками связанная. FedEx, куда написано. А там FedEx должна была быть написана. Наверное. Имелось в виду. Так, а здесь от сейфа должен где-то быть пароль какой-то. О, что-то так, это дневник. Как мне нужно... Ключ, по-моему, где-то здесь пропустил, оказывается. Там, а, боковая тумбочка. Так. Здесь шкафчик, можно открыть его. Ага, вот он. Я пропустил. Оказывается. А, здесь, в общем-то, ключ. Это ключ от сейфа. Как раз от этого сейфа. И, как я понял, в общем-то, изображено, в общем, написано пароль от сейфа, который мы откроем в другом месте, где-то, в общем, мотеле, получается, 0886. Изображено фотографии, получается, тут Норман, это у нас владелец мотеля. Вот. Хотя, похож, конечно, он похож на Кауфмана чем-то. Так, у нас, по-моему, ключ есть. А, я же могу использовать по-другому его. Так, ключ это у нас вот это мы открывали. А, точнее, потом еще откроем. Так, используем. Так, я использовал ключ от сейфа. А там у нас... Что это? Наркотики.
Интересно, что оно такое. Ага, ясно с вами. Так, и больше... Ты просто можешь посмотреть, видимо. Что это такое, да? Это, в общем, нам не знаю, какую пользу вообще дает. Просто мы можем увидеть, что там такое лежит. Здесь особо больше ничего нету. Но это об этом говорилось в этом дневнике, получается, насчет этого. Наверное, упоминалось. Получается так. И в том числе той записки. Но пароль еще нам потом пригодится. Так что мы это... Смотрите всего лишь... Так, и сейчас отправимся снова к Матерю. Так. Потому что до этого, конечно, увидите, когда... Отели, как там его, Карбы, что ли, написано? Я не знаю. Надо будет подойти, к, в общем, с восточной стороны к нему. Потому что я там долго не мог понять, как мне там в одной щели достать ключ. Оказывается, это реально не так просто. Нужно подойти к этому отелю с восточной стороны. Так, восточная сторона у нас получается как раз та, на которой мы находимся. Значит, это здесь. Не ко входу прямо, а как в отель попасть. Надо сообразить это. Так. Нет, не сюда. А где-то вот с этой стороны. По-моему, да ведь? Тут что ли? А, где-то здесь, наверное. А, да блин. Зараза, где ты летаешь? Летаешь. Трон тебя тратить. Ты. Хочу. Какая-то дверь должна быть. А, вот, кодовый замок. Вот, наверное, как раз кодовый замок. И там пароль 0886. Попробуем использовать. 0888. И Enter. Да ведь? Да скотина. Да твою мать. Только пофига себе пикирует она. Зараза, покусал меня. Вот такие. Так, заходим сюда. Взрыв восполнить-то. Больно на ней. Усилу-то. Так, в общем... Ага, что у нас здесь такой магнитофон? На тумбочке... А, это радио стоит. Не работает, видимо, сломано. Сейчас смотрим все внимательно, что здесь может быть. Телевизор. Видимо, света нет, он не работает. Там что-то еще было. Газета. На ней та же дата, что и на газете в больнице. Расследование зашло в тупик, а торговцы ПТВ все еще на свободе. Страны смерти продолжаются. Как выступавший против наркотиков мэра, офицер наркодела скончался в внезапной остановке сердца. Неизвестная этиология. Этиология. Так, и там, по-моему, что-то еще, наверное, есть. Мне показалось. Так, а что такое? А, это магнит. А там тоже пригодится. Как раз вот ключ-то мы как раз магнитом-то и достанем. Так, а здесь больше ничего нет, да? Кроме газеты. Мы это читали. Надо еще понять. Так, а сколько там у нас двери-то? А, вот, по-моему, вышли-то через это. Через эту дверь или через эту, я уж не помню. Проверим. Вообще, по-моему, смотреть, сука, дверей всяких. Но они, наверное, все стороны все закрыты, кроме... Этот проход сюда может зайти. О! Так, сохраниться можно. Ничего особенного. Да, вот сохраниться. Так, а там она что? В журнал регистрации гостей, в нем не написано ничего интересного. Торговый автомат. Это дверь. А, это я, конечно, догадываюсь, что это, да? Мы сейчас вот не самым вошли спокойно, без потери. Потому что у нас там с той стороны, видите, вот обезьяноподобные существа, в общем-то, довольно опасные обитают. А, ну это да. Там мы можем спокойно таким путем вот проходить. Так, здесь что-то еще должно быть интересно быть. Я, конечно, сохраниться могу. Но я пока не... Хотя... Дай-ка сохранюсь. Сделаем вот так вот. Мотель. Так, нам нужно еще посмотреть, какие... А, дверь закрыта. Так, это у нас открыто. Так, а вот это у нас куда ведет? О! Так, а вот сюда? Ну, сюда еще, наверное, вернемся. Так, патроны здесь с дробовика лежат. Забираем их. И аптечка вижу. Ничем не напиток. Так, ну, наверное, все пока что. Можно сейчас... Так, что там у нас так? А, там ничего нету. Можем сейчас смотреть мотоцикл. Старый мотоцикл, похоже, он уже давным-давно здесь стоит. Странно. Вокруг крышки бензобака стерта пыль. Угу.
На полке стоят аккумуляторы, канистры с маслом и все такое. Есть столько пыли, что там видно все это уже давно никому не нужно. Но здесь никого-то живых особо нету. Естественно, и что-то никому не надо. Мы сюда еще, конечно, вернемся. Только вначале сходим-ка. Теперь уже. Так, нет, не этой дверью воспользуемся, а трубой. Чтобы это не обходящими врагами не сталкиваться. Так. Так будет безопаснее. Так, и теперь уже можем попасть наконец-то снова в третью комнату. Так, вот она вторая. Так, третья у нас здесь. Угу. Так, и что еще мы здесь? А, блин, с этим мы сейчас успеем. Так, здесь, по-моему, что-то еще было-то. Ага, птичка. Еще разберем. Ну и сдвигаем я тут. Полку. Теперь уже мы сможем так использовать магнит. Так, берем. Применяем его. О, и достал ключ от мотоцикла. Отличненько. И теперь можем к мотоциклу возвращаться. Так, ну пошли туда. Теперь уже возвращаемся. Через дверь вот этого. Отдел вакансии, как там, видимо, так называется. Видимо, здесь приходили собеседования тех, кто будет работать в будущем этом мотеле. Так, мы теперь возвращаемся уже в гараж. Так, мотоцикл, ну что ж. Ключик у меня, по-моему, есть. Не сюда. Ой-ка, посмотрю. Так, а записку мы уже использовали. Так, ключ от мотоцикла, вот он. Старый мотоцикл, так. А, то есть надо все-таки, наверное, использовать ключ на мотоцикле, да? Применить. Использовал ключ мотоцикла. И что же, стеклянный флакончик, завернутый в целлофановый пакет. Что это такое? Похож на тот разбитый пузырек, что я нашел в кабинете директора больницы. То, в общем-то, вещество, которое нам в будущем пригодится для спасения Сибил. Ну, в данный момент я его не смог добыть, увы, пропустил. Так что... Дай сюда! Что это? Не твое дело. Чем совать свой нос куда не надо, лучше бы придумал, как выбраться из города. Хм. Нечего шариться здесь и фигней страдать. Что ты вообще тут забыл? Жить надоело. Ну-ка, проваливай. Ладно, успокойтесь. Хочешь жить? Не лезь не в свое дело. Усек. О, как же он разозлился. Прямо рвал и метал. Наверное, я зря потратил время. Лучше поспешить. Я переживаю за Шерил. Ну, нет, на самом деле это не даже не впустую. Время, потому что иначе он и спасти Шерил не сможет. Как бы это недовольно ни странно не звучало. Странично. Влезли в чужое дело, но при этом это нам поможет. Хотя мы могли бы вообще проспасти, наверное, этого. Просто лишь попав в этот кафе, да. И дальше уже никуда не лезть. Ну, все равно стоило это сделать. Обязательно. Так, ну что ж, ну так-то здесь мы все уже закончили. Так, мы думаю, выберемся через другую дверь. Из этого отеля. Дальше уже мы пойдем по сюжету. Здесь, по-моему, так-то все, что хотели. Посмотрели в этой курортной зоне. Если больше-то ничего такого интересного не должно быть. А, летающий появился этот. По-моему, так-то все. В общем, бонусное видео по игре Silent Hill 1 продолжается. Поехали дальше. Итак, бонусное видео по игре Silent Hill 1 продолжается. Мы переходим к следующему моменту. Так. Мы находимся в локации парк аттракционов, где нас ожидает встреча с Сибил, с разным боссом игры. Ее можно спасти, в общем-то, либо убить. От этого зависит, в том числе, концовка. Я, конечно, сейчас иду на самую хорошую концовку. Самую лучшую, точнее, good plus. В общем, в этом моменте, оказывается, есть один интересный
факт, который, не знаю, подтвердит, абсорбировать будет. Но можно, конечно, избежать битвы с марионеткой этой Сибил. Можно применить, в общем, это вещество, которое нам нужно для, в общем, для того, чтобы с ней... так, спасти. Так, я смотрю. В другом месте. Там лучше. Это что ли? А, нет, нет. Вот это. Так, в общем, вещество, которое мы уже использовали для спасения Сибил, которое мы добыли в больнице Алхимила. Вот она. Это, оказывается, бутылочки. И как раз оно, в общем, нам нужно для спасения. Так, а можем его использовать, по-моему, на каком-то, в общем, этих врагах. Ой, получится ли сделать это? Так-ка проверим. А, сейчас не получится, потому что меня схватил. Теперь нужно просто, когда еще не атаковал меня, пробовать. Давай, вставай. Так. О, меня сейчас убьют, зараза. Зараза, быстро как-то снял, зарубит. Так, сейчас. Так, что проверим. О. Я должен, не знаю, быстро-быстро это сделать, понятно. Так. Вообще, возможно ли это сделать? Враги применить. О, что он там? А, нифига невозможно. Так. Бежит. А, или просто, наверное, это... Я думал, это вредно враги. Ладно, сейчас поднимемся. Ох ты, луч какой. Очень интересно нам против этих врагов вот. И против, в общем, врагов этих вот измененных медсестер, преобразившихся, и врачей, там, всяких там, летающих птеродактилей, конечно, против них, это, когда она не очень... Ну, против таких вот наземных врагов, в общем-то, эффективно, менее быстрых. Но катан очень полезно, довольно интересно там. Так. В общем, так, нам, по-моему, не сюда надо. Ладно, в общем, сейчас попадем как раз к тому месту. Второе из условий. Первый, в общем-то, я думаю, там уже в бонус на видео вы видите. Нужно спасти Кауфмана там и пройти там некоторые задания, связанные с ним. В том числе, где мы там найдем это же вещество. Называется Аглаофотис, что ли. Аглаофотис. Вот такой красной жидкости. Ее можно найти, что время выполнения дополнительных заданий, необязательных, где мы там Кауфмана спасаем, в том числе потом в складе кое-что находим. Попадаем его при помощи там пароля, который мы нашли вместе с блокнотом после спасения Кауфмана. Еще там третий попадем в комнату в мотеле, где найдем ключи, потом, в общем, найдем в гараже там это вот вещество такое же, только которое она потом, в общем-то, Кауфмана у нас отберет. Вот как раз вещество, оно будет полезно в битве с Сибил. Так, а нам как раз сюда нужно направляться, на битву с ней, как бы. Так, ну, в общем, идем, что ли. Так. Так, ну, в общем, да, вот у нас битва ожидается, мы можем ее, конечно, убить, сражаться с ней, ну, это, по-моему, битву я уже записывал до этого, когда, в общем, шел к хорошей концовке. Здесь сейчас мы, конечно, должны получить самую лучшую концовку, Good Plus называется. Так, раз это нужно спасти Сибил, как мы, в общем, до этого мы спасли, и теперь нужно, раз для, в общем, ее спасти, не использовать, не быстро, близко-быстро подойти, дать, в общем-то, ей нас схватить, никак там, в общем, не навред. И использовать, в общем, на ней это тут вещество непонятное, которое, в общем, ее спасет. Паразит, который, в общем, не засел. Вот она подошла. И используем жидкость на ней. Два. Так. Так. Так, а что-то я. А. Эй, я же жидкость взял. Только не стреляй, пожалуйста. Тут она ничего не хочет, зараза. Подошел к нему. Вовсе.
Сибил, очнись, Борис же. Сибил. Гарри, что случилось? Шш, молчи, я о тебе позабочусь. Гарри, зачем им твоя дочь? Почему она? Я и сам точно не знаю. Видишь ли, Шерил мне не родная дочь. Но я ей этого не говорил. Хотя, может быть, она уже об этом знает. Мы нашли ее брошенной у дороги. Никто не знал, откуда она. Своих детей у нас не было. Жена была больна. И не похоже, чтобы ей становилось лучше. Так что мы забрали Шерил. Значит? Возможно, Шерил как-то связана с этим местом. И что ты намерен делать? Шерил моя дочь. Я обязан спасти ее. Так, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение с Михаилом не только». Это у нас продолжение бонусного видео по игре Silent Hill, а первая часть, и мы попадаем на самую лучшую концовку. В общем, два слоя мы сделали, спасли Кауфмана, спасли Сибил, теперь увидим, что там в итоге произойдет. Чем, в общем-то, концовка отличается от хорошей, от плохой, которую уже до этого повидели. Плохая плюс или неплохая, по-моему, чисто плохая была концовка. Там Сибил, в общем, мы спасли, но Кауфмана, в общем-то, пропустил место, где мы можем встретить, помочь ему, где можно выполнить дополнительные задания всякие. Не обязательные, но их лучше стоит выполнять, чтобы идти на такую лучшую концовку. Ладно, пошли. Для меня было шоком, что Метатрон был приведен в действие. Несмотря на то, что душа вернулась, еще чуть-чуть, и все было бы напрасно. Все благодаря этому человеку. Хоть Алеса и была остановлена, его дочурке все равно придется уйти. Какая жалость! Стоять! Что за чертовщина? Далее. Так-так, кто бы мог подумать, ты добрался. Где Шерил? Что ты с ней сделала? Не понимаю, о чем ты. Ты уже видел ее в своем прежнем я. Хватит твоих шуточек. Ты не видишь? Вот же она. Что за вздор? Ты единственный, кто так считает. Зачем? Зачем ты это делаешь? Прошло 7 долгих лет. 7 лет с того ужасного дня. Алиса цеплялась за жизнь. Участь страшнее самой смерти. Алиса оказалась заперта в нескончаемом кошмаре. Он рос, питаясь этим кошмаром, ожидая своего рождения. И этот день наконец настал. Время пришло. Все будут освобождены от боли и страданий.
Наше спасение близко. Грядет судный день, когда все горести наши унесет прочь. Когда мы все вернемся в истинный рай. Моя дочь станет матерью Божьей. Хватит языком чесать. Верни все, как было. Кафман? Я не просил этого. Ты использовала меня. Тебе это с рук не сойдет. Ты выполнил свою роль. Больше ты нам не нужен. На что ты рассчитывал, придя сюда? Сколько же в тебе пафоса. Настало время охладить твой пыл. Аглафотис, я же избавилась от него. Мне всего лишь нужно было подбросить его тебе. И ты на это купилась. Так просто. А у меня его еще полно. Стой! Что за? Что за черт? Этого не должно было быть. Начаться босс батл, в общем-то. Так. Карта у нас не нужна особо-то. Только я думаю, если это вместе сохранюсь. Так, где у нас там? Сохранение последнему. Это перезапишу. Все довольно просто справиться, оказывается. Я уже тогда проходил тут как бы хорошую концовку. В общем, с ними такая прям уж сложно. Я вначале казалось, что вернуться от него вообще нереально. Вот эти попадания молнии. Так, печка у него достаточно. Так, использую еще одну тихо. Так, давай-ка возьму-ка 8. Надо для этого брать винтовку снайперскую. Точнее, хоть ничего режу, точно. Бегать постоянно, стрелять в него и... Вот он там стреляет по нам молнии. Бегаем, 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 ворачиваемся. Стреляем 3 раза. Потом снова бегаем, бегаем, бегаем. В общем, тактика, вдруг бегаем по кругу этого молнии, потом стреляем, когда он перестает по нам палить. 3 раза где-то может попасть. Там, в общем, надо сколько-то победно, в общем, все это делать. Вам не давать волны попасть там. Потому что он так-то вам спасеновалящийся. Стреляет очень точно в цель, даже если... Даже если мы не видим вообще эту цель. Где-то, он сейчас... Где-то получается, в общем-то... Стреляем до победного, 3 раза, в общем, выпускаем. 3 пули выпускаем этого врага, монстра этого. Бегаем, в общем-то, от молнии, при этом, по-моему, где-то 3 раза, получается, тоже молниями. Звук такой издается, попадание молнии, 3 раза где-то. 3 раза звучит. Останавливаемся, снова, в общем, стреляем, и потом снова бегаем по кругу. В общем, ждем, пока 3 раза
прозвучит этот удар молнии, и, в общем, снова стреляем 3 раза. Интересно, цифра 3 здесь, в общем-то, важная такая цифра. И с этим боссом, так. Понял. Давай сохранись. Тихо. Так, снова бегаем по кругу. Так, снова 3 раза стреляем. Снова бегаем 3 раза. Не застревай. 2, 3. Так, снова 3 раза бегаем. Бьем. 1, 2, 3. Там снова 1, 2, 3. Снова 1, 2, 3. Удар молнии. Так, ну и снова бежим. Попал, да, все-таки меня. Катина. Поджарила. Ох, как больно это бьет. Кого я успею сейчас даже помнить. Птичка у меня так 17 штук максимум имеется. Снова бегаем по кругу в другую сторону. Ага, попал все-таки. Все, победа.
Вот таким образом мы прошли игру. Ага, на... А, вот и просыпканальный камень появился на четком. Думал, почему я не могу, в общем, его в других прохождениях опять найти. Оказывается, он доступен только лишь после того, как пройти игру. Он стоит на самую лучшую концовку, на Good Plus. Спасти там всех, и Кауфмана, и Сибилла, в общем. И в том числе Шерил. Ну, точнее, не Шерил, там уже появится. Это кабана, каба не она, но в общем... Да, хорошая, в общем, концовка, хорошо, плюс называется окончание у нас, да. Далее, в общем, на уровне сложности сложно, самое максимальное. Упражнение уже 3, да, 3, так, 15 сохранений, продолжение 0. В общем, время 3 часа 35 минут 39 секунд. Наверное, чем даже быстрее можно пройти. Наверное. Например, как, например, в Резидентах, где за самое лучшее время, там такое быстрое время прохождения дается дополнительные всякие счетом оружия. Ну, здесь они так-то здесь другие надо делать условия, выполнять условия, чтобы получить эти вот 4 оружия пока что. Там еще 5 есть, нет, даже нет, 4 всего их там, пока 3 доступны. А бензопила, вот этот, подборный молоток и катана. 4 у нас гибербластер, но чтобы его получить, нужно пройти игру на еще одну концовку, которая называется секретную концовку, инопланетную, так называемую. Или Уфа. А для этого как раз нужен этот камень, который называется канальный, что ли, камень, в общем. И он теперь у нас доступен, я вижу. Так, на остальной статистике написано. О, так, предметов, вещей даже меньше собрано. 181-204, что я получил. И, в общем, я весь не все предметы, получается, собираю где-то. И... Так, ну, в общем, а, ранг даже... Так, 5 звезд, а там 4, почему? И то, наоборот, хорошо. Я не особо понимаю, эти вот этот ваш ранг, как что-то. Ладно. Ну, в общем, сейчас мы сохранимся там вместе тогда еще раз. Чтобы уже в третий, в четвертый раз проходить и да. Получить наконец-то эту концовку. Пятую. Хотя еще остается еще одну четвертую концовку. Получить. Так, ну, новое сохранение, новый страх, мы потом ее запустим. Так, номер 7, ага. Так, смотри, надо через там менюшка. Не ролик начальник, он может поменяться. Поменялся там в начале игры запускаешь, когда первый раз начинаешь проходить. В ролике показывают, в том числе, в общем-то, Гарри Мейсона, там его дочь и еще жену его, которая там говорила, что она умерла, больная была. Как... А, если игру проходишь на хорошую концовку плюс, то в итоге
тому же место жены появляется в начале Сибил, вместе с Гарри Мейсон. Как-то было уже в конце, в общем-то, в самой концовке. Вот это и показывали в том числе. Такое отличие. Так, ну что ж, ладно, в общем-то, монстр видео по игре Silent Hill 1 продолжается, поехали дальше. Итак, бонусное видео по игре Silent Hill 1 продолжается. Мы переходим к следующему моменту интересному. Это у нас уже четвертая концовка из пяти в данной игре. Самая худшая из возможных. Мы, в общем-то, выполнили два условия. Не искали Кауфмана в курортном районе Silent Hill. Могли, в общем, помочь ему там в одном в баре. Но этого не стали делать. Сразу побежали к маяку. Вот. И тем самым он у нас не появится и, в общем, нам не поможет. Плюс к всему, Сибил, битве Сибил мы ее спасать не стали, хотя у нас возможность была, в общем-то, было тут лекарство, которое мы в итоге не применили.
Такое может случиться все-таки. То есть можно найти это лекарство, каким-то образом, не знаю, догадаться до этого. И можно в такие битвы с Бессибил даже не понять, что ее можно спасти от этим лекарством. Ну, точнее, этой жидкостью непонятной, странной, как написано. Если, в общем-то, даже не так легко без гайдов-то ходить. Ну, в общем, нас ожидает сейчас, как обычно, с первой формы этой... В общем, ну, первая форма леса, будем так называть ее битва, в общем-то. Будем как раз применять для этого, в общем-то, винтовку нашу, хоть чержи, точнее. Сейчас будем увидим как раз ролик этот, ну ролик, наверное, нет, ну, посмотрим полностью, ладно. Забота, смысла-то нету. Пускать его. Так, 14 аптечек выскочим, у меня есть. В общем, поехали. Посмотрим эту концовку четвертую. Bad Plus называется. Далее. Так, кто бы мог подумать, ты добрался. Где Шерил? Что ты с ней сделала? Не понимаю, о чем ты. Ты уже видел ее в своем прежнем я. Я. Хватит твоих шуточек. Ты не видишь? Вот же она. Что за вздор? Ты единственный, кто так считает. Зачем? Зачем ты это делаешь? Прошло 7 долгих лет. 7 лет с того ужасного дня. Алиса цеплялась за жизнь. Участь страшнее самой смерти. Алиса оказалась заперта в нескончаемом кошмаре. Он рос, питаясь этим кошмаром, ожидая своего рождения. И этот день наконец настал. Время пришло. Все будут освобождены от боли и страданий. Наше спасение близко. Грядет судный день, когда все горести наши унесет прочь. Когда мы все вернемся в истинный рай. Моя дочь... станет матерью Божьей! Пробуждение! Он проснулся! Теперь никто не помешает! Шерил! Смирись, ее больше нет. Это Бог, сошедший к нам, чтобы протянуть руку и спасти нас! Так, ну в общем, да, начинаем. Эту битву мы просто почти не видели. Так, птички мои 4. Так, сейчас есть на этом месте. Они никакого лучше. Стреляй по ним. Я могу попробовать убегать снова этих вот. Ой, патроны. Он что, заряжает патроны, оказывается. Ну да, быстро убивает. Может убить точнее с одного удара, может, конечно, не сразу. Можно вообще было попробовать бегать, но, в общем, чтобы нас по нам не попало. Ой. Думаю, быстрее даже можно убить ее. Так, мне это. Патроны, думаю, что он без перезаряжает даже оружие. Что-то я зря, наверное, не двигаюсь. Точнее, надо будет, конечно, убегать бы от них. Ну ладно. Не, мне не на так прям много пушек нужно. Пригодится. Все. Папа! Шерил! Спасибо, папа. Прощай. Шерил?
Не может быть! Ты не можешь так уйти! Не может быть! Шерил! Шерил! Estoy soñando, sí, solo imagino, todo es real, ojalá que así lo fuera. Es solo otro día, otra noche fría, no sé si me buscas o si me esperas, puedo ver en tus ojos. Y también tu rostro, quiero ver mi amada y dormirme abrazada. Dime que me quieres, dilo por favor. No puedo dejarte y menos olvidarte. No puedo saber qué quieres de mí. Puedo tocarte, incluso verte, ven hacia mí. Vamos más cerca, puedo sentirte tan cerca de mí. No me persigas, no lo soporto, ¿por qué me torturas? ¿Qué quieres de mí? Dime quién eres, dime dónde estás, ¿qué quieres de mí? ¿Qué necesitas de mí? No puedo saberlo, ¿qué quieres de mí? Это, в общем, мы пропускаем, потому что четвертый раз смотрите, ну хоть прикольный конечно ролик добавили, немного молодцы разработчики, нас развеселить, видимо. Но все равно смотрите не хоть. Так, ну да, в общем, плохая концовка. И получается все-таки бэт, не бэт плюс. Хотя, мне кажется, это самая худшая концовка должна быть. А, наверное, бэт плюс имеется в виду, потому что она ближе к хорошей концовке. Да там, и самая худшая, надо было написать, наверное, бэт минус. Плохо минус. Минусом. Ну да, так я понял. Так, прохождение 3, ну это да. Спасибо просто за одно сохранение. Я не прошел заново игру с самого начала. С самого начала, думаю, я возбущу сохранение, пройду уже на пятую концовку. Так, ну что ж, в общем, так мы прошли довольно даже быстрее, чем в прошлый раз, но это понятно. В общем, такая вот концовка есть по четвертой, последняя. Самая такая плохая. И все погибают, в общем. Главный герой тоже там видно было. Он в машине, в общем-то, лежал, когда нам показали, без сознания, точнее, без сознания, наверное, уже мертв, возможно, так и все, что он видел этого, как бы, подразумевает собой такой бред, уже где-то на грани смерти находился, уже видел вот все эти вот глюки, в общем-то, перед смертью своей. Получается так, в другой концовке, там, самой такой, тоже плохой концовке, где Сибил выживает, там первый, который получил, там, думаю, тут подразумевалось то, что он также, в общем-то, уже мертв, но при этом его могла там пытаться, вывести из этого состояния, в общем. Сибил пытаться привести себя в чувство. Могла обнаружить его около машины, но все равно, мне кажется, погибал в любом случае. Выживает он только лишь в хороших концовках. Самая лучшая, конечно, концовка, где там все счастливы, все живы, Сибил, главный герой Кэрри Мейсон, ну и его дочь. Так, ну что ж, на этом так-то мы
Так что прекращаем запись. Увидимся в следующей, последней, пятой концовке. Секретной концовке. Довольно необычной, интересной. В общем, поехали дальше. Бонусное видео по игре Silent Hill 1 продолжается.